Кубань очень сбалансированная, дисциплинированная команда. Я знал, что игра будет непростая, учитывая еще и погодные условия. Все-таки было жарко. И поле для нас это непривычное поле, но после искусственного поля здесь трава высокая, мяч застревает, не дает играть в наш футбол, чтобы быстро мяч ходил. И поэтому где-то первые полчаса, если нам удавался наш футбол эпизодами, мы все-таки навязывали свою игру, то потом все равно где-то какие-то моменты мы стали пропускать контратаки. Во втором тайме я уже дал установку отойти от нашей игры и больше пользоваться забросами, исходя из качества поля. Поэтому все-таки после этих забросов мы много провели опасных контратак. И была установка также решать эпизоды индивидуально. Это флангом Стародубу и Салимов. В принципе, мы голы решили исход матча за счет индивидуальных действий Салимова на фланге. We'll be right back.